Всем здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале «Деревенская жизнь с нуля» в гостях у Елены. Сегодня у нас для вас будет распаковка. Мы кое-что приобрели для нашего загородного дома. И будет все рассказывать Артем, как всегда. Да, всем привет! Вот коробочка заветная, которую давно ждали. Это мангал. Мангал с подказанником. Вот. И мы сейчас покажем, что там внутри. И хотел просто показать, как он упакован, как вот он в таком виде он к нам пришел. Так, увесит 20 килограмм весит. Аккуратная коробочка. Посылочка, да. Ну, приступим. Как подарочная упаковка, правда? Не замотанная, как обычно заматывает. Такая прелесть. Итак, вот перчаточки. Презентик такой. Инструкция. Инструкция, соответственно, на русском языке, потому что это производитель наш российский. Угу. Это я сейчас буду распаковывать и все подробнее. Подказанник. Да, казанник. Ой, какой хорошенький. Давайте попробуем. Ух ты, какой хорошенький. Ух ты. Прелесть прелестная. Да. Ой, вот какой вот толстый. Он такой мощный, ребят, вообще. Супер, с ручками. Ой-ой-ой. Ну, приступим. Да, буду собирать. Ну, соберу, наверное, и покажу. Красота. Вот и вся сборка. Ручки приделали, все. А ножки сами по себе раскрылись. Что это? Не знаю. Друзья мои, так хорошо упакован вот этот крюк для подказанника. Очень долго мы разматывали, очень многослойно получилась пленка. Это, конечно, здорово. Вот, и подказанник очень хорошо упакован. Упаковка очень хорошая, я сразу говорю, и вот эти коробочки, все настолько хорошо, прям радует глаз. Итак, вот он, мангал в сборе. Что мне понравилось? Он толстый.
толщина стенок 3 миллиметра. Он достаточно транспортабельный. То есть у него ножки сгибаются. Его можно куда-то там убрать, поставить, если он не нужен, если нет цели, чтобы он на улице стоял. Вот. Еще мне понравилось, на ножках есть пластиковые вставки. Ух ты! То есть он не будет царапать, если его где-то в какой-то зоне ставить, там под деревянная крышей, зона, либо плитка, да. Да, плитка, он не будет царапать. Угу. Вот. Значит, ну вот подказанник с разным диаметром отверстия для огня. Вот, он снимается. Съемный, да? Да, его можно поставить в любое место казана. Вот так. Мангала. Мангала. Да. Вот, и, значит, кочерга. Это чтобы снимать. Можно снимать эти штуки, когда они раскаленные. Вот. А с этой стороны можно шрудить угли. Вот. Еще хотел бы отметить, здесь порошковой краской он покрыт, весь казан, она термоустойчивая. Вот. И когда новый мангал, его нужно обжечь, не готовить, ничего там, никакой кочергой там ничего не делать. Просто развести небольшой костерчик на полчаса, и после того, как мангал нагреется, краска устоится и станет прочная. Вот. А до этого там его можно повредить, краску, покрытие. Поэтому новый мангал, сразу разжигаем в нем костерчик, ждем, когда краска затвердеет, и все. И тогда его можно использовать без опасности повреждения. Вот, по размерам. Вот у нас есть чудо линейка. Значит, длина его 75. Ширина 31, глубина 16. Прекрасные параметры. Вот. Высоту. Высота от земли. Восемьдесят один. Вот так вот. Ну, вот у меня 1,72 м, по-моему, да, рост. Да, 1,72 м. Вот прям, вот четко, не надо наклоняться, все удобно, прям и вот и шампура двигать его, и для меня казан, удобно, да, и для Ленина роста. Роста удобно. Значит, вот эти мне понравились вырезы, да, которые могут фиксировать в разных положениях, помогают держать шампур в разных положениях шампура. Вот, ну, ручки съемные, вы видели. Вот. Ну, очень мне понравилась надежность. Вообще супер, я такая счастливая. Конструкция надежная. Чудо, все ножки. Сварные швы, все качественные. Да. Вот. Очень крепкие. Краска хорошая, обработана, да. Все тут. И упаковано. Вот здесь вот. Молодцы. Вот они, сварные швы. Да. Все, видите, какие мощные. Все хорошего качества. Слушайте, он всё такой толстый, такой мощный, да, тяжелый. Да, я уже говорил, 3 миллиметра сталь, которая очень долго не прожгется. Вот, теперь не буду я там, как на своем, который есть старый. Ставишь шампур, он валится, да, в другую сторону. Раз, зафиксировал, раз. Да, у нас на старом такая особенность, вот сейчас я вижу в сравнении. Здесь вот чаша мангала, она монолит. То есть вот она согнута. Полностью. Боковины приварены. То есть вот эта часть, она целая. Общая, да. Вот. А на том мангале у нас низ это пластина металлическая. Во-первых, она тонкая, ее температура ее все выпирала. Выгибала вот так вот. Вот. И ну, там, конечно, качество попроще. Вот, а этот прям. Просто идеально. То, что я и хотела. Вот, чебуреки будем с вами жарить, видите, казанчики будем супчик летом варить, как я вам уже показывала на своем подказаннике, отдельный там, он большой,
А мне захотелось приобрести маленький в комплекте вместе с мангалом. Смотрите, какая прелесть. Качество, конечно, идеальное, на высоте. Да, делают наши. Вот, это важно. Вот. Российские заводы, вперед! В общем-то, ну, можно это, конечно, убрать. Конечно. Вот, пожалуйста. Мангал получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, хотел сказать, кстати, посчитай. 12. 12. 12 шампуров. Это прилично. Вот. Красота. И при том, что вот здесь подказанник рядом будет готовиться, и нам, в принципе, хватит, да, этих шампуров. Ширина отличная, да? Да. Наоборот, если, наоборот. Если видите? Поставить подказанник, то получается 7. 7 шампуров. Это более чем. Да, вполне. Да. Да. Красота. Вот такой замечательный мангал у нас появился. Да. Очень уж я хотела его. И особенно, чтобы здесь был подказанник. Чудо. Ребятушки, будут обязательно рецепты летом. Да. Вот уже на новеньком мангале. Очень рады мы были поделиться приобретением. Вот таким. Хотели до Нового года, но не получилось. Мы не приезжали. И вот сейчас приехали. Всех поздравляем со всеми праздниками, да, вот вчера был Старый Новый год, вернее, сегодня, с 13 на 14, сегодня 14. Кто празднует, всех поздравляем и с прошедшими, и с наступающим праздником Крещения. Да, поздравляем. Вот. Ну вот, дорогие друзья, как смотрится на улице наш мангальчик с подказанником. Дорогие друзья, приобретали на Озоне, ссылочку обязательно оставлю в описании под видео. Смотрите, выбирайте. Мы сделали вот такой выбор. Уже очень довольны приобретением. Ну что ж, дорогие друзья, мы надеемся, что помогли вам в выборе мангала. Обязательно будем показывать в использовании, безусловно. Ну и хотим попрощаться с вами, пожелать вам всех благ, мира, добра, больше радостных дней, здоровья, счастья. Всего хорошего. Всем пока. До новых встреч на канале «Деревенская жизнь с нуля» в гостях у Елены.